Сейчас был кадр. Прям из-под носа у собаки вылетел. И стрелять нельзя было. Всем привет. Вот наступил второй день охоты. Вчера добыть зайца не удалось. Сегодня переехали в другие угодья. Вот. Где мы добываем гуся. Также охотимся на зайца, на утку. Погода. Чуть-чуть снежок подсыпал. С нами сегодня Саня, Андрюха и собачка Флейта. Флейт. Здесь. Эстонская. Гончая. Вот. Охочусь сегодня. Также с браунингом со своим. Хорошо, погода. Морозится. Ладно. Сейчас найдем следы. И включимся. Смотрите. Всех, кстати, с Новым годом. Вот нашли следочек. Вы думаете, мы идем по полю? Под нами нет. Много километров воды, да? Да. По твердой воде идем. И заяц также. Еще зайчик. Еще зайчик один. Пришел. Уже два. И оба туда, Андрюха. Сейчас посмотрим, может смотри, это. Смотри, леса прям по нему идет, зараза. Тоже свежий. Вот у нас уже два зайчика. Но этот свежее, чем этот. Посидел, подождал друга, ага. Говорит, вместе уже. Нет, этот свежее. Один направо пока пошел. Поэтому уже? Да, этот. Но они все особо на дорогу выйдут, мне кажется. Я тоже говорю, они на дорогу. Здесь туда фасад сейчас. Ну, он спокойно тоже. Туда. А мы идем по этому. Зайца мы подняли. Вот здесь он лежал. Лёшка его. Но, увы, добыть нам его не удалось. Собака молодая. Скалывается. Ну ничего, будем тренировать. Он спокойно вышел. Ладно, сейчас попробуем другого найти. Смотрите дальше. Сейчас был кадр. Прям из-под носа у собаки вылетел.
И стрелять нельзя было. А я еще, главное, встал такой, флейта. Я вскочил, она ближе собака, а он за ней. Ну, на одной линии. А я смотрю, флейта на той стороне бегает, бегает. Ну, ну потом. Я смотрю, офигатит. Блин, а она близкая. Куда? Ну, прям, а у меня прямая линия. Флейта, а потом заяц. Я кинул, смотрю. Ну что, ребят. Вот и подошел еще один день охоты. Зайцы видели. Собака работала, но, увы, не смогли мы его добыть. Так что всем удачи и до новых встреч.